Международный день защиты детей Гродненский мясокомбинат организовал для ребят из малообеспеченных семей, детей-сирот, учеников подшефной школы праздник в агротуристическом комплексе Городинский Майонток Коробчицы. Мальчишек и девчонок бесплатно катали на лошадях по Майонку, предлагали угощения, можно было посмотреть на зверюшек, пообщаться с рыцарями клуба боевых искусств «Аридан» и повеселиться со сказочными персонажами. Дети получили массу положительных эмоций от развлечений. Мне больше всего понравились животные. Спящие кролики и черные лебеди. Мне больше всего понравился кенгуру, который лежал. Еще мне понравился павлин, который распускал хвост. Мне еще очень понравилось, как мы катались на каруселях, и когда мы увидели рыцарей и пчелку. Концерт и шоу-программы собрали всех гостей у главной сцены. Здесь выступила образцовая студия «Танца Галактика», театр «Гродненский колокольчик», коллективы школы номер 23 нашего города и областной театр «Кукол». Как только мы здесь организовались, и наступил однажды 1 июня, я решил, что для детей это будет интересно, что праздник провести здесь – это запомнится. Катание на лошадях, концерты, потом, вот вы видели, здесь рыцари были, все в этом старинном замке, старинном стиле. Я очень рад, что каждый год, мы начинали было 400, потом 500, 600, сегодня 800 детей. Это очень здорово. День защиты детей, ну, защищать их не нужно. Их нужно учить добру, учить красоте, учить вниманию друг к другу, любви. В Беларуси поддержка молодых граждан – один из приоритетов государственной политики. 1 июня – это возможность взрослым еще раз обратить внимание на детей, понять, что они должны воспитываться в атмосфере любви и добра. В городе много делается для того, чтобы дети были здоровыми, умными. Открываются новые сады, строятся школы, спортивные сооружения. Все сегодня в городе существует для того, чтобы детки росли физически развитыми, интеллектуально и духовно обогащенными. И, конечно, сегодня яркий праздник, погода позволяет радоваться. Замечательно, что много детей. Более 800 детей находится здесь, в зеленой зоне. Ну, мы, взрослые, понимаем, что главная защищенность для детей – это наше внимание им, забота и, конечно, любовь. Традиционный праздник в Международный день защиты детей в агротуристическом комплексе Городинский Майонток Коробчицы – лишь малая часть того, что делает Гродненский мясокомбинат для поддержки юного поколения. Предприятие часто проводит благотворительные акции и оказывает материальную помощь различным детским учреждениям. Андрей Шмыгин, Сергей Печерица. Новости Гродно Плюс.